столетия профсоюзного движения в Беларуси отмечается день празднования 1 мая, международного праздника всех трудящихся. Нынешний 1 мая, являясь по своей сути праздником солидарности людей труда, доброй воли и надежд на лучшее будущее, открывает новые горизонты для профсоюзного движения. Своим дружным коллективом Псковского Болгаз присутствовать на этом празднике, на празднике профсоюзов, и мы рады поздравить страну с таким праздником. В номинации «Газовая и топливная промышленность» старший мастер службы транспорта и механизации производства филиала Витебское производственное управление унитарного предприятия Псковолгаз Андрей Алексеевич Плакунов. Всем огромное спасибо за то, что поздравили меня, выбрали меня на это торжественное мероприятие. Спасибо за то, что у нас есть такая отличная организация, как Витебскоблгаз и профсоюз. Вот, будем работать дальше, не будем останавливаться на достигнутом. Спасибо вам. Почему вот такое хорошее весеннее настроение? Как бы ни менялось его название во времени, он всегда остается для профсоюзов светлым праздником мира, весны, труда. И эти понятия никогда не потеряют своей значимости. Мы всегда от весны ждем только добрых перемен и связываем с ней надежды на обновление. И твердо уверены, что только своим упорным трудом может быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого. И как звучит сегодня лозунг Объединенного профсоюза Витебскоблгаз: в единстве наша сила, так и этот праздник символизирует сплоченность и единство всех людей, объединенных общим стремлением к счастью, миру, стабильности. Мы всем этого желаем и всех поздравляем с профсоюзным праздником. Будьте счастливы! Мы! Yeah! Woo!